В этом году уже четвертый год подряд агентством по делам государственной службы проводится республиканский конкурс «Лучший сельский аким» с целью выявления сельских акимов, добившихся образцовых результатов на службе, и популяризации передового опыта местного самоуправления. В конкурсе приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов страны. Решением республиканской комиссии лучшим акимом села признана аким Карасайского сельского округа Курдейского района Жамбылской области Кульжахан Елемесова. В этом году звание «Лучший аким села» присвоено Жамбылской области. В связи с этим областным департаментом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы проведена встреча с лучшим акимом села Кульжахан Елемесовой, которая, занимая пост сельского акима с 2018 года, добилась высоких результатов своей деятельности. В частности, под ее руководством привлечены инвестиции по выращиванию яблоневого сада на 118 гектара земли Карасайского сельского округа. С интенсивным орошением реализован ряд социально значимых проектов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, ремонт школ и дорог. Изначально я отправила запрос на участие в региональном конкурсе. Пройдя областной этап, получила путевку на участие уже на республиканском уровне. Там я и завоевала самое значимое звание. Сегодня мы проводим встречу с молодыми государственными служащими. Я хочу сказать вам, не бойтесь ответственности, трудитесь во благо страны, вносите свой вклад в ее развитие. Во встрече приняли участие члены комиссии регионального совета наставников и конкурса «Лучший сельский аким». В ходе встречи должностные лица поделились своими взглядами на развитие профильной сферы, поделились рекомендациями по эффективным формам и методам работы на основе опыта прошлых лет. Кульжахан Алмасқызы, ставшая победительницей республиканского конкурса «Лучший сельский аким», рассказала нам о своем успехе трудовой деятельности. Она признана самой лучшей из лучших. Я, как специалист, равняюсь на этого человека. Следует отметить, что при оценке деятельности акимов особо учитывались результаты проделанной работы по улучшению качества жизни населения и обеспечения обратной связи с населением. Дана Саммат, Нурхадыр Оремхан, Бахтияр Асаубаев, 77 News.